Правительство страны запустило сайт StopCoronavirus.RF. На портале размещают актуальную информацию о ситуации с инфекцией в России и мире. В Чувашии на данный момент под наблюдением находится 73 человека. Ни одного подтвержденного случая коронавируса нет, однако в республике вводятся профилактические меры. Так на более поздний срок перенесли международный балетный фестиваль. Во Дворце культуры тракторостроителей отменены все концерты вплоть до начала июня. По распоряжению Министерства науки и высшего образования России вузы переходят на дистанционное обучение. В Чувашии уже перевели студентов ЧГУ, ЧГПУ, сельхозакадемии и кооперативного института. Минобразование республики рекомендовал школьникам усилить меры дезинфекции, перейти на обучение без перемещения детей по кабинетам, отменить все массовые мероприятия и выездные экскурсии. Не только на этой неделе, но и в период весенних каникул, которые начинаются у школьников с 23 числа.